с АКМ за спиной. Рюкзак полупуст, еды лишь на обед, но он знал, что брат на дороге нет. Последние дни, пока сальс намадом, мы видели смерть, она была совсем рядом. Мы шли воевать лишь для защиты семей, но сами стали похожи на лютых зверей. И лучше сгореть, чем жить в унижении. Мы месяц вели бои в окружении, просили нас вычесть, но все без ответа. Градом крыло позиции к началу рассвета. Осколочная рана, он за зиму времени. На лицах у бойцов мелькнула тень. Мы знали, жить ему осталось максимум день. И невозможно держаться. Он решил ночью перегруппироваться. Минируем технику и утром подрыв. Скрываем МЗ, уходим в прорыв. Последние дни, пока сальс намадом, мы видели смерть, она была совсем рядом. Мы шли выжигать эту книгу дотла. Сами стали причиной еще большего зла. И лучше сгореть, чем жить в унижении. Мы месяц вели бои в окружении, просили нас вытащить, но все без ответа. Оставляем позиции еще до рассвета. Он прикрывал наши спины, рвал боезапас. Брал огонь для себя, чем выиграл нам час. Последний день для него, это жизнь для всех нас. Шелест листвы и шорох в траве. Потерял много крови, но не хотел умирать. Он просто уснул, ну что тут сказать. Последняя боль ему мерещилась адом. Это может быть смерть, звала его взглядом. Он понял домой, ему не вернуться. И он засыпал, чтоб уже не проснуться. И он не сгорел и не жил в унижении. Он был последним в том окружении. Работает град, мы слышали взрывы, но мы были не там, поэтому живы. А на востоке солнце вставало не спеша. Белая листва, песни тихо шурша. Этот мир покидала земная душа.